Всем привет! Сегодня видеоленточная пила из фанеры с меняющимся углом наклона и высотой пропила 70 мм. В дальнейшем планирую сделать ленточную пилу с высотой пропила около 350 мм. Этот же станок делал как пробную уменьшенную версию, чтобы выявить и учесть в дальнейшем все ошибки и косяки, которые часто возникают с подобными самоделками. Фанера 10 мм вырезал 5 деталей. Чтобы не выпиливать в дальнейшем паз под направляющую планку, 3 средние детали сделал короче на 25 мм. Пруток 20 мм брал в известном всем интернет-магазине, ссылка под видео. Thank you.
Шкивы сделал из 15-миллиметровой фанеры. Залил эпоксидной смолой D20. Резину клеил на досмокол.
Валы цементированы, поэтому, чтобы просверлить и нарезать резьбу, снимаю болгаркой верхний слой. И еще, эти валы достаточно плотно заходят в подшипники, а так как приходилось несколько раз собирать и разбирать, чтобы не разбить корпуса подшипников и не повредить шкивы, я немного шлифанул эти валы.
Не стал делать какую-то серьезную регулировку подшипников, навряд ли буду использовать в этой ленточке какие-то толстые широкие полотна. Снял немного резьбы под подшипниками, люфта в 1 мм должно хватить.
В этот раз сделал самый простой направляющий упор. Думаю, чтобы пилить фанеру небольшого формата, его вполне достаточно. При наклоне пилы выявилась еще одна недоработка. Под столиком не хватает пространства для перемещения вслед за пильным полотном блока с направляющими подшипниками. Есть пару идей, как это реализовать, но на этой ленточке я уже не буду ничего менять, так как для этого надо поднять стол, но тогда сократится высота пропил до 50 мм, а это уже очень мало.
На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, можете подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!